И для того, чтобы выйти из Египта, то есть из этого разъединения в единство, это, по сути, та тенденция выхода, это претензия к фараону: освободи нас для того, чтобы объединиться. То есть мы хотим подняться над этим ослом, над нашим эгоизмом, для того, чтобы объединиться. Это просьба перед избавлением. И для того, чтобы выйти из Египта, обязаны войти в группу. То есть прежде выхода из Египта необходимо понять, что единство в группе — это, по сути, единственное решение для того, чтобы избавиться от эго, которое пылает в каждом из нас. И что разъединение между нами — это, по сути, все зло. Тот, кто не чувствует, что желает объединиться и ему что-то мешает, это не означает, что он находится в изгнании, он не чувствует изгнания, поэтому мы пока еще находимся в изгнании, которого еще не ощутили. Изгнание ощущается, когда я обязан объединиться, обязан войти в группу, но не способен на это. Когда фараон находится там внутри и властвует над народом Израиля, который во мне. Когда хотят находиться в любви к товарищам, но не способны на этого. И за счет этого удостоимся того, что выйдем из Египта, за счет того, что хотят прийти к любви к товарищам, выйдут из Египта и получат Тору. Тогда есть необходимость в Торе, необходимость в этой силе, которая нас объединит.